Yep. So good evening, good morning, good afternoon, good whatever time of day it is, wherever you are in the world. It's my pleasure today to introduce Steve Hansen. Yolanda, I've known Steve since about 2002, and he's done every single workshop I've ever taught. And he's one of these remarkable people who's been able to, who truly understands NK in depth and has always been able to tell me and show me new insights. For the last few years, he's been working in this immune clinic in San Diego and really extended the NK work and really extended it very well. And we've just had two of his workshops in Australia and everyone's very happy with it. It's very good. So Steve is going to talk about acquired immunity, which is going to be very interesting. And I hope you all enjoyed it. So it's over to you, Steve. Окей, все. Это мое. Я с большим удовольствием хочу представить вам Стивена Хэнсона. Стива, так же как и Йоланту, я знаю примерно с 2002 года. Стив прошел, изучил практически все семинары, которые я преподаю. Он действительно очень глубоко, один из тех немногих людей, который очень глубоко действительно понимает НК, и часто, очень часто он объясняет и выдает какие-то новые грани понимания НК даже для меня. Стив последние несколько лет работает в иммунной клинике в Сан-Диего, и он очень, за это время он очень расширил возможности НК вот в этом контексте, в контексте работы с иммунной системой. И недавно он преподавал два воркшопа здесь у нас в Австралии, все остались очень и очень довольны. Так что мы с нетерпением ждем новой работы, новых открытий от него. И сегодня он поговорит про приобретенный иммунитет. Так что, я думаю, вам будет очень интересно. И теперь слово Стиву. Стив, off you go. Thank you, Hugo. I appreciate that. It's been my pleasure and honor to go through all of Hugo's information that he's put out over the years, and it's so I'm glad to be here to talk about it to everyone. Спасибо, Хьюго. Это также я с большим удовольствием проходил, изучал все твои материалы, так что я очень рад сегодня быть с вами здесь. Okay, so it's immune season, even though it's summer. Итак, это сезон иммунитета, несмотря на то, что у нас лето. Because it's immune season everywhere right now. Потому что сейчас это сезон иммунитета вообще везде. So we'll talk a little bit about the immune system. Так что мы поговорим немного об иммунной системе. So the immune system is amazing. It's like an adaptive computer. Иммунная система, она просто невероятна. Это как такой адаптивный компьютер. It can just on the fly create a successful, repeatable immune response to an invader, which is a lot. That's something that takes years for our medical science to do. Она способна просто на лету создавать адекватную адаптивную реакцию на каких-то внешних захватчиков просто в моменте. Это невероятно. Это то, на что для медицинской науки требуются просто годы.
And our immune system can do it in 3 days. Наша иммунная система это за 3 дня может делать. So its response, it's customized to each virus, bacteria, fungus, parasite, toxin that it encounters. И вот этот иммунный ответ, он реакция в каждом конкретном случае, она адаптирована и как бы нацелена четко на каждый конкретный вирус, бактерию, паразит, токсин или грибок. So, my question when I first started learning about the immune system was how? How does it do this? И вопрос, который возник у меня, когда я только впервые начал работать с иммунной системой, был таков. Как? Как она это делает? Because in the brain we have, you know, we obviously have neurons that can synapse to each other and create different patterns. But the immune system is not built that way. It's the immune system is spread throughout the body. Потому что, например, в нашем мозгу у нас там есть нейроны, которые могут формировать такие синаптические связи друг с другом и создавать различные паттерны. Но иммунная система, она не так устроена, она распределена по всему телу. So every single cell in the body that has a nucleus has to be able to talk to each other through the immune system. Каждая клеточка нашего тела, у которой есть ядро, ей необходимо коммуницировать с другими клетками, и это происходит через иммунную систему. So I want to talk a little bit about how the body decides exactly which response to give to each invader. И я бы хотел поговорить о том, как тело решает, как конкретно реагировать на каждого конкретного захватчика. And how we can help balance that response to either raise it up to take away an invader or to lower it to take away a sensitivity. И нам интересно посмотреть, как мы можем помочь телу сбалансировать вот эту иммунную реакцию для того, чтобы, например, усилить эту реакцию для того, чтобы избавиться, уничтожить какого-нибудь захватчика, или, возможно, наоборот, понизить, чтобы избавиться от какой-то сверхчувствительности. So let's look at the steps that the immune system goes through to do this amazing acquired immunity. Давайте рассмотрим шаги, которые проходит иммунная система, задействует для того, чтобы включать вот этот приобретенный иммунитет. So in a way, the adaptive immune system is like, well, the entire immune system is like a military operation. В некотором смысле вот эта адаптивная иммунная система, или вернее даже вся иммунная система, это как такая военная организация. You have spies and scouts that go out and look for where possible incursions could be. У нас там есть шпионы и такие гонцы, скауты, которые курсируют и ищут, где возможны какие-то проникновения. So these spies and scouts are called phagocytes. И вот эти шпионы и скауты, их мы называем фагоциты. So
they roam around and they look for something. They've got a little receptor, and they look for something that fits in that receptor. И вот что они делают? Они как бы перемещаются по телу, и у них есть некий такой рецептор, и они смотрят, что может подойти к этому рецептору. So if they find something, that fits, then they realize, ah, I found one. Now I can go eat it. I'm hungry. И вот если они находят что-то, что подходит вот в этот их рецептор, к этому их рецепту, то тогда они радуются, ага, я нашел что-то, теперь я могу его сожрать, я голодный. Which we had a pretty good military metaphor going, but I think at that point it changes into an aliens metaphor. И вот у нас такая хорошая была метафора, связанная с военной организацией, но в этот момент, мне кажется, наша метафора превращается в метафору, связанную с чужими. Because the phagocytes, they actually, once they find the bad guy, they actually eat it, they consume it. And so that's what they're named after. The phagin, they're named from the Greek, phagin. Потому что когда фагоциты находят вот что-то такое, они его съедают, поглощают. И поэтому их назвали происхождение этого слова от греческого phagein. Which means to eat or desire. And also the second part of it denotes cell. So these are the cells that eat or devour. Pardon me, to eat or devour. И это слово, первая часть от греческого съесть или поглотить, а вторая часть сайт, оно обозначает клетка. So once they have their meal, once they've been sated, they then pull out a piece of it and go, ah, this is a piece of the bad guy. This is what the bad guy looks like or tastes like. И вот после того, как фагоцит сожрал этого захватчика, фагоцит берет кусочек его и говорит, вот как выглядит эта штука. And so it takes this, and it, you know, it's kind of like somebody running around town square and saying, this is the bad guy, and it holds it up for all the other immune cells to see. И вот это как будто бы какой-то человек бегает по площади и кричит, вот кусочек, или там, вот голова этого захватчика, чтобы все остальные клетки тоже увидели. And it does that by running into the town square, which are the lymph nodes. И фагоцит это делает, как будто прибегает на центральную площадь города, и в нашем случае речь идет о лимфатических узлах. So, depending on what kind of peptide is in this sample that the phagocyte has taken, the immune system does different things. И вот в зависимости от того, какой именно пептид оказался в этом образце, который заполучил фагоцит, возможны различные варианты развития событий. So, I found a paper online that had just amazing information about these different responses. Я обнаружил очень интересную научную статью в сети, которая очень
подробно раскрывает эту информацию про иммунную реакцию. It's by a Taiwanese doctor trained at Johns Hopkins. Она была написана доктором, родом из Тайваня, который обучался в институте Джона Хопкинса. So here are four of the responses that he talks about in his paper. И вот здесь мы разберем четыре возможных иммунные реакции, которые он описывает в своем научном труде. So first of all, we have an intracellular response. Первый — это внутриклеточная реакция. And that one's been understood since the 1980s. Эта реакция была достаточно хорошо изучена еще начиная с 80-х. They call it a Th1 response, meaning T helper cell 1, the first discovered type of T helper cell. Она называется Th1, и это связано с клеткой Т-клеткой-помощником первого типа. Это то, когда впервые они увидели, обнаружили вот эти клетки-помощники. But since the 1980s, they've discovered more than just Th1 and Th2, because they discovered Th1 and Th2 in that time. Но с тех пор, вот с 80-х, когда они обнаружили Т-клетки 1 и Т-клетки 2, они много чего еще там обнаружили. So the Th2 is a humoral response, which means that the cell goes around and tells bad jokes and other knock-knock jokes. Т-клетки помощники 2, они связаны не с внутриклеточным, а с гуморальным реакцией. И это про то, когда эти клетки начинают рассказывать дурные шутки. Oh, wait, sorry, wrong definition of humoral. Humoral means it has to do with fluid that pushes things out. А, да, я ошибся. Неправильное определение гуморального, это связано не с юмором, а с течением жидкости в организме. Такая игра слов. Гуморальная, юморальная. I tried to translate your joke. Yeah, it was great. Thank you, Dennis. So that's two responses that they discovered in the 1980s. The intracellular response, which is a response where the infection is inside of the cell. Итак, вот это были те два подхода, которые они описали в 80-х. Первый — это когда реакция происходит внутри клетки. And the second response is the humoral response, which is essentially to transport the offender out of the body, to get it out as quickly as it can using humoral methods, meaning using liquid. И вторая иммунная реакция, она связана с тем, чтобы как можно быстрее вывести или выгнать этого вредного захватчика из тела, используя жидкость, то есть жидкостью отправить его наружу. So that was all they knew about for a long time was the intracellular and the humoral response. Either kill the cell itself or just transport the bad guy out of there. И долгое время это все, что мы знали. Внутриклеточная реакция — это
убить захватчика внутри клетки, или гуморальная реакция, когда выгнать его вместе с жидкостью наружу. But eventually they've discovered essentially several other different types of responses. Но со временем они, ученые, обнаружили еще несколько разновидностей иммунной реакции. So we have an extracellular response, meaning that it can go attack things between the cells. У нас есть внеклеточная реакция. Это про то, когда захватчик атакован в пространстве между клетками. And an antiviral response to attack viruses that haven't infected cells yet. И также у нас есть противовирусный, антивирусный подход, когда иммунная система атакует вирусы, которые еще не инфицировали, не проникли в клетки. So using these four responses, the immune system can then take care of just about anything that it encounters. И используя вот эти четыре стратегии, иммунная система способна разобраться практически с любой ситуацией, с которой она может сталкиваться. So, the immune system's response is to do exactly what we do. We'd get on our cell phones. Итак, то, как реагирует иммунная система, очень похоже на то, что делаем мы, когда мы кому-то звоним по мобильному телефону. And as soon as we're on our cell phones, we text everybody that we know that, oh my gosh, there's something weird in my life. И как только у нас что-то происходит, то мы сразу всем, кого мы знаем, рассылаем текстовое сообщение, что, боже мой, у меня в жизни что-то странное происходит. So in the language of the immune system, these are called cytokines, the signals that go out and tell the immune system what to do. И на языке иммунной системы это то, что мы называем цитокины. Это вот те сигналы, которые распространяются по системе, чтобы сообщить, что что-то не то происходит у нас. So these signals, these cytokines, are done for the most part through interleukins and other immune hormone-like signalers. И вот эта информация обычно распространяется с помощью интерлюкинов или других гормоноподобных посланников, информаторов. So these interleukins come in lots of different types, but specifically looking at these immune responses, we have seven different immune hormones to signal seven different responses, or to signal six different responses. Seven different types to signal six different responses. Yes. И здесь возможны вариации, но в данном случае мы рассматриваем семь гормоноподобных субстанций, которые могут информировать о шести возможных иммунных реакциях. So, as soon as the phagocytes, they go to the lymph nodes, to the town square, to hold up the part of the invader that he has taken away. И вот как только фагоциты прибегают на вот эту вот центральную площадь города,
в лимфоузлы с головой этого захватчика. He begins to tell everyone about the invader. Они начинают всем рассказывать про этого захватчика. And so, depending on the response that is appropriate for this invader, he will send out a different mode of communication. И в зависимости от разновидности захватчика, он будет рассылать соответствующие какие-то послания. He would send out interleukin 12 if it's an intracellular threat. Например, он будет рассылать субстанцию под названием интерлюкин 12, если это угроза внутриклеточная. So in other words, if something has penetrated a cell and it has infected the cell, then which means the cell has to die, then he'll send out interleukin 12 to say, let's start killing these cells. То есть, если что-то проникло в клетку, и это значит, ну, инфицировало клетку, это значит, что клетка должна будет погибнуть, то он начинает рассылать интерлюкин 12, который, по сути, говорит, давайте организуем уничтожение этой клетки. But if he needs a humoral response, if the invader just needs to be expelled, then it will send out interleukin 4. Но если нам необходим какой-то гуморальный ответ, то есть захватчика нужно просто выдворить за пределы организма, то тогда будет задействован интерлюкин 4. So the humoral responses, they're never fun for us. И вот эти вот гуморальные реакции, они всегда для нас достаточно неприятны. They're coughing and diarrhea and swelling. Обычно это выражается как кашель или диарея или какое-то воспаление. Sneezing. Чихание. So basically, they make us uncomfortable instead of making the pathogen uncomfortable. По сути, они причиняют дискомфорт нам, вместо того, чтобы причинять дискомфорт патогену. And it usually does it because whatever it's attacking, it's too big to attack. It just wants to get rid of it. И обычно это связано с тем, что то, что он пытается, то, с чем он имеет дело, оно слишком большое, чтобы его убить, поэтому проще его просто выдворить за пределы. Or because it doesn't actually know how to kill it, like some toxins. Или потому что система не знает, как его убить, например, в случае каких-то токсинов. So our third response is the extracellular response. Наша третья разновидность ответа — это внеклеточная. That response is done with interleukin 1 or interleukin 6. Здесь используется интерлюкин 1 или интерлюкин 6. And that is to take out invaders that are not inside of cells, so they're outside of cells. И это используется для того, чтобы избавиться от захватчиков, которые находятся за пределами клеток. Usually bacteria and funguses, fungi. Обычно это какие-то бактерии или грибковые. So our fourth type of response
is an antiviral response, and that's sent out with interleukin 10. И наша четвертая реакция, она связана с противовирусной реакцией, и здесь задействуется интерлюкин 10. So this is the part where you can do kinesiology very easily on these things. И вот в этом сценарии очень хорошо работает кинезиология. We can balance this response by balancing these cytokines. Мы можем сбалансировать вот эту реакцию, балансируя цитокины. So we have four different responses, and each of these responses can be done in two different ways. Итак, у нас есть четыре различных ответа, и каждый из них может быть задействован двумя способами. We can do it, the body can do it in a very abrupt, powerful way. Тело может задействовать их очень таким резким, мощным способом. Or it can do it in a more long-term, safer way. Или оно может это делать более в таком более долгосрочном и в более безопасном формате. So we'll call those an acute and a chronic response. Мы назовем эти ответы, эти реакции острой и хронической разновидностью. So we can have an acute intracellular response. То есть у нас может быть, например, острый внутриклеточный ответ, реакция. Or we could have a chronic humoral response. Или у нас может быть хронический гуморальный ответ. So altogether we have 8 in total with all of these signals. В совокупности у нас здесь может быть 8 различных вариантов ответа. And it's 8 because 4 times 2. Это 8, потому что 4 умножить на 2. So I want to stop and look at the chronic response for just a minute. И сейчас я хочу остановиться и рассмотреть, на минутку рассмотреть хронический ответ. The chronic response is done by a hormone called TGF-beta, transforming growth factor beta. В этом сценарии задействуется гормон, так называемый TGF-beta, это трансформирующий фактор роста бета. You're doing great, Dennis. So, TGF-beta. И вот этот вот TGF-beta is a big topic right now because, or is an important topic right now because it does create more, it can create a more tolerable response in the body, but it's also doing some negative things with the coronavirus. И вот это сейчас как раз очень большая тема, потому что, с одной стороны, он, вот этот вот элемент, он может создавать более такой более переносимую реакцию, более переносимый ответ в теле. Но в то же время сейчас он вызывает некоторые неприятные побочные эффекты с коронавирусом. So normally this response is created by its own kind of T helper cell called an inducible regulatory T cell.
Обычно inducible regulatory T cell. Обычно здесь у него есть собственная Т-клетка, помощник, так называемая запускаемая или индуцированная Т-клетка помощник. And that is a type of T helper cell to make sure that everything is protected in the body. И это такая разновидность Т-клетки помощника, которая обеспечивает защиту всех частей тела, что ли. Otherwise, the body would go around launching bombs that would destroy too many healthy cells. Потому что иначе это будет как будто бы тело будет само внутри запускать кучу каких-то бомб, и слишком много хороших здоровых клеток от этого пострадают. So the TGF-beta, it turns everything down, including antibody production. И вот этот вот TGF, он как бы угнетает производство всего, включая антигены. And the body begins to use IgA antibodies instead of IgG antibodies. И тело начинает использовать антитела IgA вместо того, чтобы использовать IgG. So the IgA is centered around the mucous membranes, like the respiratory system and the digestive system. Вот эти антитела IgA, они концентрируются на слизистых мембранах, особенно в дыхательной системе и в пищеварительной системе. So COVID-19 is really sneaky. И COVID-19, он такой очень хитрый. It makes the body produce, way overproduce TGF-beta. Он заставляет тело производить слишком много вот этого TGF-бета. And so the immune system can't gather a response to do the acute response that it needs to do to get rid of COVID-19. И таким образом тело как будто бы не может собрать себя до кучи и выработать такую острую реакцию на захватчика, чтобы избавиться от него. So the body is then producing a whole bunch of TGF-beta instead of the interleukin-21 that it needs to produce to just kill it and get rid of it. И в этой ситуации тело начинает производить очень много вот этого гормона TGF вместо того, чтобы выработать интерлюкин-21 и просто избавиться от этого захватчика, убить его. And that can make the COVID-19 last a long time if the body is not able to respond properly. И это может приводить к тому, что COVID-19 как болезнь продолжается гораздо дольше, потому что тело не может адекватно среагировать. So, for our immune balances, we need to make sure that the body is producing the correct response with the correct cytokines.
И в наших балансах наша задача сделать так, чтобы тело вырабатывало корректную реакцию и вырабатывало корректные цитокины. And the leaders of the immune system that determine the cytokine are the T helper cells. И вот лидеры иммунной системы, которые определяют, какие цитокины вырабатывать, это Т-клетки-помощники. So those T helper cells hold up our antigen that the phagocytes found. The phagocytes hold up the antigen for the T helper cells. И вот это тот момент, где наши фагоциты держат кусок этого захватчика, показывают его Т-клеткам-помощникам. And then activate the T-helper cells to become certain versions of T-helper cells. И они активируют Т-клетки-помощники таким образом, чтобы они превратились именно вот в определенную конкретную разновидность себя, разновидность Т-клеток. So for the when it gets sends out the interleukin 12, we have either the TH1 or TH1-like T-helper cells. То есть когда задействуется интерлюкин 12, это как бы вызывает появление Т-клеток 1 или Т-подобных клеток. For the interleukin 4, the humoral response, there's TH2 or TH9. В случае интерлюкин 4, это наш гуморальный ответ, там происходит активация Т-клеток 2 и Т-клеток 9. For interleukin 1 and 6, the extracellular response, there's TH22 and TH17. В случае внеклеточной реакции интерлюкин 1 и интерлюкин 6, это активирует Т-клетки-помощники 22 и 17. For the antiviral response, interleukin 10, there's TH3 or other ones called TH-alpha-beta. В противовирусном сценарии с интерлюкином 10 активируется Т-клетка-помощник 3 или Т-помощник альфа-бета. And then for our acute and chronic responses, there's cells for each of those. There's T follicular helper cells for the acute response. И в случае острого и хронического ответа, в сценарии острого у нас идет Т-клетка, what was that, T follicular? T follicular helper cells, yeah. У нас идет Т-фолликулярная клетка-помощник задействуется. And regulatory T-helper cells. That's in the chronic, yeah? Yeah, and for the chronic, there's T-regulatory T-helper cells. И в хроническом сценарии у нас идет Т-регулирующая клетка-помощник. So we have a different type of T helper cell for each response. Итак, для каждого из ответов у нас есть своя Т-клетка-помощник. So then these T helper cells or generals of the immune system then activate other cells to do their bidding. Итак, вот эти Т-клетки-помощники такие как генералы иммунной системы, они активируют другие клетки, которые будут выполнять их команды.
So we have a whole list of different types of cells that get activated. У нас есть целый список разных клеток, которые активируются. But what most people are talking about are the antibodies. Но то, о чем большинство людей знают и говорят, это антитела. And the antibodies are produced by the B cells. Антитела вырабатываются B-клетками. So B cells are named B cells because they start in the bone marrow. B-клетки называются B-клетками, потому что они начинаются в костном мозгу, в костном мозге. И на английском кость начинается с буквы B. So when they first start out in the bone marrow, they're called naive B cells. You know, they haven't heard of all the things in the world. И вот когда они зарождаются в костном мозгу, они называются наивные B-клетки, потому что они еще ничего не знают про этот мир. So those become B plasma cells, which actively send out antibodies to go paint the bad guy so that the rest of the cells know what to attack. Дальше там появляются так называемые B-плазма клетки, которые активно рассылают везде антитела, и они раскрашивают вот эти патогены, чтобы другие клетки знали, кого убивать. And then there's the B memory cells that keep a record of what antibodies that we've used. И также у нас дальше идут B-клетки памяти, которые записывают те антитела, которые были задействованы в этой операции. So that if we need to face this invader again later, we can just pull out our record from our B memory cells. Для того, чтобы если в будущем мы снова столкнемся с таким захватчиком, мы могли бы просто вернуться к нашим записям, как мы, что мы делали в этой ситуации в прошлом. So there's a diagram of an antibody. Это такая диаграмма антител иммуноглобулинов. So there are different types of antibodies. Здесь есть разные виды антител. When a B cell comes out of the bone marrow, they start with two default antibodies, IgM and IgD. Когда B-клетки впервые выходят из костного мозга, они могут быть двух видов, IgM и IgD. IgM is the major short-term response for antibodies. It gets rid of, it's used for most acute active infections. IgM – это про такой краткосрочный, сильный ответ. В основном они используются для того, чтобы решить проблему какой-то острой, активной инфекции. When the B cell is activated, then it'll do something called class switching, which will change its antibody to IgG or IgA or IgE.
NGD. Which gives a different response. Uh-huh. Could you say the beginning again? When the B cell? When the B cell gets activated, it undergoes something called class switching. Which changes its antibodies to either IgG or IgA or IgE. Okay. И вот когда B-клетки активируются, они, с ними происходит то, что называется сменой класса. И тогда они меняют их антитела, меняются на IgG, IgA или IgE. So our primary immunoglobulins are the IgM and IgD. Итак, наши первичные иммуноглобулины это IgM и IgD. And our secondary immunoglobulins are the other ones, the IgG, IgA and IgE. И наши вторичные иммуноглобулины это вот эти вот IgG, IgA и IgE, как на этом слайде. And you can see that by percentage in the blood, there's mostly IgG. About 80% of the immunoglobulins in the blood are IgG. И здесь в пятой строчке вы можете увидеть процентное содержание этих антител в крови. Вы можете увидеть, что в основном 80% это IgG. Actually, let's go back. So the IgA is what gets produced too much of with COVID, and that's why it affects the mucous membrane so much. IgA это то, что те антитела, которых слишком много начинает вырабатываться вот сейчас с этим COVID-19, и это то, почему происходит влияние на, боже мой, как же они называются, слизистые оболочки. So if that whole process that we talked about goes wrong, then we have allergies or sensitivities. И вот если весь этот процесс, который мы описываем, каким-то образом нарушается, то тогда у нас могут развиваться какие-то аллергии или сверхчувствительность. And each type of response has its own type of mistake that it can do. И у каждой из этих реакций, из этих ответов, иммунных ответов, есть свой тип ошибки, которая может происходить. So we have both chronic and acute allergies and hypersensitivities. Итак, у нас могут быть как острые, так и хронические аллергии и гиперчувствительности. So, for instance, type 1 diabetes is an acute type 4 allergy or sensitivity. Например, диабет первого типа – это острая разновидность острой аллергии или гиперчувствительности. And that's from an overreaction or an overactivation of the acute intracellular response. И это связано с гиперактивацией острого внутриклеточного ответа. So now we know what interleukins are involved in that, and we know that process of setting up the T helper cells that needs to be rebalanced in order to establish a healthy immune response.
И теперь мы знаем интерлюкины, которые здесь задействованы, и какие Т-клетки, помощники здесь активируются. И мы знаем, что именно это нам, что нам нужно сбалансировать для того, чтобы вернуть адекватную иммунную реакцию. Another example, asthma is a chronic humoral response. Еще один пример. Астма – это хронический гуморальный ответ иммунный. So this is, these are the papers that I used to research this talk, and they were just amazing. Вот это те научные статьи, которые я использовал в подготовке этого доклада, и эта информация в них просто невероятна. Though one of them happens to be a textbook that is so thick that you could probably hurt people if you threw it at them. Одно из этих изданий — это учебник, который настолько толстый, что если в кого-то запустить этим учебником, то, наверное, можно причинить серьезные повреждения. And that's our acquired immune response. Thank you very much. И это наша тема приобретенного иммунитета. Спасибо вам большое. Do we have time for questions? Есть у нас время на вопросы? I think that's a yes. Are there any questions? Похоже, что это да. Есть ли у нас вопросы? Hugo, you're muted if you mean to be talking. Can you hear me now? Yes. Okay. So someone's thanking you for a presentation, making it fun and accessible that for a subject that's way too techie for them. So you detect it. Can you talk about systemic sclerosis? Why does immunity attack the body? Вопрос про системный склероз, почему иммунитет атакует тело? Well, why does immunity attack the body? So that process that we talked about holding up the antigen, holding up the little piece of the bad guy, that has gone wrong. Итак, почему иммунитет атакует тело? Вот этот вот процесс, про который мы говорили, когда фагоцит держит кусок антигена, демонстрируя там, часть захватчика, что-то в этом пошло не так. Or the pathogen itself is actively disturbing the balance in the body's, in the immune system's regulatory functions. Или сам патоген что-то нарушает в самой иммунной системе, в том, как она регулируется. So either that function of sampling, of the phagocyte sampling, the pathogen needs to be balanced. То есть здесь возможно, что сам вот этот процесс, когда фагоцит берет вот образец, что ли, этого патогена, возможно, его нужно сбалансировать, этот процесс. Or the immune regulatory mechanisms need to be balanced.
или регулирующие механизмы иммунной системы требуют балансировки. And then the body can properly recognize self from not self. И тогда тело будет адекватно распознавать себя от тех частиц, которые чужды ему. Okay. More questions? Yep. How give COVID-19 the TG beta signal of put it on? I'm just reading out what it says. I'll answer what I think that means. Yeah, please. And there's a gene called SPARK, the SPARK gene, which then turns up TGF beta. And COVID artificially turns on the SPARK gene to artificially turn up the TGF beta to artificially turn down the immune system so it's not attacked so much. Вопрос был по поводу того, как COVID влияет на вот этот вот TGF фактор. Ответ был, что есть ген, который называется SPARK, и который вот таким образом регулирует иммунную систему, и COVID каким-то образом активирует вот этот ген, и этот ген, в свою очередь, влияет на иммунную систему таким образом, что она не может адекватно реагировать на COVID. Any more questions? Yeah. Have you worked with anaphylaxis? I don't like having someone go into anaphylaxis in my office, so I work with it by just trying to bring it up with formats, but certainly, yeah, the allergy formats, these sensitivity formats come up very easily for that. И вопрос был, работали ли вы с анафилактическим шоком? Ответ был, я обычно не люблю, чтобы у меня в кабинете с человеком случался анафилактический шок, и поэтому я предпочитаю работать форматами с различными такого рода чувствительностями. So you just use the allergy balancing, basically. То есть ты используешь балансы, балансы аллергии, по сути, да? You actually can combine the allergy balancing with what I just talked about is actually mostly from my class infection pathways. Mm-hmm. And you use infection pathways to find the antigen presentation and so the first half and then the allergy balancing for the second half. Okay. Работу с аллергиями, и то, о чем я говорил сейчас, это больше связано с моим семинаром про пути инфекций, и сначала я нахожу пути инфекций, а потом использую форматы аллергии. Because the body has mistaken something for a very deadly pathogen, and so it's that antigen presentation that's gone wrong, so that needs to be balanced. Потому что очевидно, что тело напутало и приняло что-то за очень страшный патоген. То есть вот этот процесс представления антигена, там что-то пошло не так, и поэтому его нужно сбалансировать. Can you explain why some people don't seem to build lasting immunity to COVID? Можешь ли ты объяснить, почему у некоторых людей не вырабатывается стойкий иммунитет к ковиду? Yes, that's a great question. It's directly in the what we were just looking at. Отличный вопрос. Это напрямую связано с тем, что мы только что рассматривали. So, the IgG antibodies tend to last for
years in the body. Вот эти антитела IgG, они обычно годами живут в теле. But if you have enough TGF-beta produced, it stops the production of IgG and changes it to IgA. Но когда активируется вот этот вот TGF, это вызывает остановку производства антител IgG и увеличивает производство IgA. And so then, instead of having that those long-term antibodies produced, you just have more short-term protective antibodies because IgA is very protective for the mucous membranes. И тогда вместо того, чтобы производились вот эти долгосрочные антитела, вырабатываются краткосрочные защитные антитела, которые защищают слизистые мембраны. But the body then actually tries to compensate, to turn things back up, and a lot of times what it manages to do is just overproduce IgA and actually have a cytokine storm. Но тело пытается компенсировать как-то эту ситуацию, и обычно, что происходит, оно запускает избыточное производство антител IgA и вызывает то, что называется цитокиновый шторм. Any more questions? Yep. Can we do anything to alter the immune response to COVID or activate the correct immune response? Можем ли мы что-то сделать, чтобы изменить иммунную реакцию на COVID или активировать правильную иммунную реакцию? So that's why I researched this whole paper, was what can we do to specifically shift what's going on with COVID? And certainly balancing the process of the immune response is going to be important. И это вот то, о чем была вот эта вот вся научная статья, которую я называл. И здесь однозначно балансировка вот этого вот иммунного ответа, про который мы говорили, будет очень в помощь. If the body can shift it to an acute response, it can remove it very quickly. Если тело перейдет в фазу острой реакции, то тогда оно избавится от этой проблемы очень быстро. The body can do this even without balance, without necessarily having a balance, if it has enough vitamin D. И тело может это адекватно сделать и без баланса, если у него есть достаточное количество витамина D. Which is why some people hardly have any symptoms, because they have plenty of vitamin D. И это то, почему у некоторых людей практически никаких симптомов не наблюдается, потому что у них присутствует достаточное количество витамина D в системе. Any more questions? What is TH alpha beta? So TH alpha beta is both a family of T helper cells, and in this case, it's specifically a type of T helper cells made for an antiviral response, an acute antiviral response. Вопрос был, что такое Т-клетки альфа-бета, и ответ — это, опять-таки, разновидность Т-клеток-помощников. В данном случае это конкретно разновидность Т-клеток, направленных на острую антивирусную, противовирусную реакцию. Have you worked with specific techniques to rebalance the T helpers? Работал ли ты с конкретной
с конкретными техниками для того, чтобы сбалансировать Т-клетки-помощники. Yes, and it's all about the antigen presentation of the phagocyte to the T helper cell. Да, и это все связано с корректным представлением, предъявлением, скажем так, антигенов фагоцитами этим Т-клеткам-помощникам. Because in that presentation process, the T helper cell activates and activates certain genes inside of itself. Потому что в этом процессе предъявления эти Т-клетки активируются, и также они активируют определенные гены внутри себя. And those genes tell it what its job is. И эти гены сообщают им, какая, в чем их работа заключается, что им нужно делать. Any more questions? Yeah. Okay, this is going to be interesting. Is there an emotion connected on a virus, parasite, or bacteria? Есть ли эмоция, связанная с вирусом, бактерией или паразитом? Yes. Any more questions? Just kidding. Yeah, there's one more. Okay, so just to answer that, I see patterns. Like with COVID, I see a lot of fear, a lot of group fear, and the group fear tends to make a weakness in the immune system, and that COVID can take advantage of. So COVID is kind of this self-fulfilling prophecy that the more fear we have of it, the more weakness that our immune system has to it. Ответ – да, я вижу определенные паттерны, и конкретно с ковидом я вижу много страха, много группового страха, и это вызывает определенную слабость в иммунной системе, которой может воспользоваться этот вирус, то есть это становится таким самоисполняющимся пророчеством. Чем больше мы его боимся, тем больше шансов у нас заболеть. Okay, you ready for the lightning round? Yes. Do I get extra points? Yes. Oh yeah. There's. Okay, 30 seconds for each one. You were talking about 8 responses. Can you explain it? И последний вопрос. Ты говорил про 8 ответов. Можешь объяснить их? Yes, I can. Next question. Да, могу. Следующий вопрос. Last question. That was it. Oh, okay. So yeah, we've got our 8 responses. We looked at them already on the slide, which we can go back to. And we can go back to that though for a second. Да, у нас уже был слайд. У нас есть 8 ответов. Мы можем вернуться к этому слайду. And so we have an intracellular response, a humoral response, an extracellular response, an antiviral response, and each of those can be acute and chronic. Итак, у нас может быть внутриклеточный ответ, гуморальный ответ, экстра, в смысле внеклеточный ответ и противовирусный ответ. И каждая из этих может быть в остром или хроническом стиле. The intracellular response is to kill infected cells. Внутриклеточный ответ убивает клетки. The humoral response is to expel an invader. Гуморальный ответ выдворяет захватчика за пределы. The extracellular response is to attack something outside of the cell. Внеклеточный ответ атакует что-то, находящееся за пределами клетки.
And the antiviral response is to kill a virus. И противовирусный ответ, он убивает вирусы. And each of those can be done in a powerful or in a conservative way. И каждая из этих реакций может быть, может иметь место как в мощном, так и в консервативном ключе. The conservative way is to protect the body. Консервативный подход, он защищает тело. The powerful way is to get it done. А мощный подход, он просто делает то, что нужно сделать. Did I do it? Ну как, получилось? You did it. Brilliant. Thank you, everybody. Okay, thank you, Steve. That was awesome. We've got time for a 5-minute pee break, coffee break, glass of wine break, depending what type, part of the world you're in. And we come back and we've got the great, the legendary Charles next. So thank you, Steve. Thank you, everyone. Thank you, Hugo. And thank you, Dennis. You did great. Thank you, Steve.